Алло, Никит, никогда не думала, что скажу это. Тебе нужно позвонить отцу. Ты же знаешь, я с ним не разговариваю. Господи, да почему же так? Когда ты сам начал? Так, это был выходной. Да, я помню хорошо, это был выходной, и мы гуляли по парку. Да? Да, мы гуляли по парку. Точно. Мы прогуливались всей семьей без мамы. Мама была на работе. Это я помню хорошо. Мы были вместе с моей сестрой. Я помню хорошо, что он держал ее за руку, а мне нет. Это я точно запомнил. Что было дальше? Дальше. А дальше был какой-то дом. Да, я помню, был дом. А нет, нет, это был не дом. Это был не дом. Кажется, это была какая-то лестница. Не то, не то. Кажется, было не то. Мы потерялись, я вспомнил. Мы потерялись. Я остался один. Да, точно, я остался один. Мне было не по себе. В лесу было жутковато. Конечно. Это во всем он виноват. Он меня оставил одного. Он никогда за меня не следил. Ему вообще было как будто все равно на меня. Нет, все. Я должен вмешаться. Тебе страшно? Ты остался один. Да, я знаю, я помню это чувство. Не переживай. Он не придет.